зашли в эту игру. Так, а где ты? Да. Вот, ты. Я, ты где? Вот, я синий. Ты синий, ты где? А, вот. Вот, пошли. Привет. Бежали. Пошли. Так, так, ты куда опять убежал? О, квест в электрике, пошли туда. Что-то мне кажется, что ты предатель почему-то. Почему? Потому что в электрике самое лучшее место, ну, для убийства. Я пойду. Ну, в управлении нет. Ну ладно, пошли в щиты. Я в щиты, щиты, щиты. Что-то ты как-то еще так воскликнул, когда зашли. Такой, ууу. Так, ну щиты хорошо. А, это такой другой. Так, я на всякий буду подальше от тебя ходить. Ты меня боишься? Ты боишься меня, Джон? Нет, я боюсь того, что ты, возможно, предатель. Так, что-то... А где ты вообще? Я тут в... как это называется? В навигации. Навигации? Да. Что, испугался меня? Так, так. Это оранжевый! О, это оранжевый. Только как-то тупо он кильнул тебя. Кажется. Блин, я такой хочу подойти, он такой... А он такой... Это, короче, оранжевый. Он вышел. Тогда... Это ты! Я кого? Это не я. Да, красный, это красный, по-любому. Он был синим, ок. Это салат. Салатовый это... Нет, салатового. Или... А, есть. Салат это мафия. Да, это который зарепортил, да? Или кто это? Ну, по-моему, да. А, да, это который зарепортил. Ну что, он мог убить самый репорт, понимаешь? Угу. В смысле, я думаю, черный. Мне кажется... Мне что-то тоже так кажется почему-то. Тебе так не кажется? Нет. Нет, не кажется. Что ты улыбаешься? Ладно, я тебя не буду убивать. Я и так дохлый. Ну ладно, тебе все равно. Вы что, издеваетесь? Я как думаю, это почему я? Почему я? Я с самого начала знал, что ты предатель. Да потому что... Победа! Давай заново заходи. Ну, в это же. Ой, а я вышел. Да ты издеваешься. Говори код. ОЗО. Большими буквами. ОЗО. А, я помню. О. Сколько человек уже? 9. ОЗО. ОС. Блин. Давай. Давай. Мы когда зайдем в одну эту, то вернем. Все, ребят, мы зашли. Почему мы такие медленные? Так, вот панда, ты фиолетовый, да? Да. Почему мы такие медленные? Почему 5 человек? Что-то мало. Не знаю. Ну, Among Us реально веселая игра. Ух ты, прикольный скин. А ты предатель? Нет. Я тоже. Блин. Я буду на тебя надеяться. О, вот, я сейчас можешь врагу подвергнуть, что я не предатель стреляю. Зачем? А, английский. Зачем? Зачем? Я тоже хотел нажать. Зачем? Проголосуй за белого. Да, белый подозрительный. Да. Он еще и в шляпе такой странный. Все говорят за разных. Я за белого. Он подозрительный. Второй. За будет... белого два проголосовал. Я и ты. Ну это минус два. Второй в подозрениях черный. Покинул громко в небо куда-то. Да, не был. Черный в подозрениях стоп. Черный либо коричневый. Потому что остается только мы с тобой. Ай, коричневый, отвали. О, я пойду на камеры. Вы со мной. Давай, я буду сторожить, чтобы никто не зашел. Ой, за нами как-то черный. Странно так идет. Ну, если что, я зарепорчу. И мы будем так тунить. Где? Блин, это далеко. Мы можем не успеть. Если они оба предатели еще, то мы можем не успеть. Задание. Блин, я иду выполнять это очень далеко. Да, я пока тут задание делаю просто. Коричневый. Да, это коричневый. Так, play again. Нажимай. Да, нажимаем. Все, нас уже тут трое. Блин, сделай быстрее. Все, делай. Скорость. Быстрее. Да нафиг, мне кажется, и так пойдет. О, уже 4.
Сейчас. Сделай скорость больше. А то мотки-то реально медленные. Еще и мне когда это... Кстати, создатель коричневый, надо запомнить. Я когда был создателем, три раза подряд был предателем. То есть? Возможно, он будет три раза тоже предателем, а возможно и больше. Но у меня подозрение на коричневый уже. А что ты шапку снял? У меня нож в башке. У тебя нету его. А у меня вот так. Чё? Не, ну если что, у меня... О, всё, 10 человек. Баги игры, видимо. Чебукек, человек. Не говори, кто ты. Хорошо. Так, вы, внимание, я... Блин. Пойду в столовку. Тоже плохо. Не, я не скажу, кто я. Но у меня плохо все. Но я тебе не скажу, кто я. Точно не потому, что так, я... Тут это не желтый, он сканируется. Это точно не зеленый, он стреляет. Это не желтый, не зеленый, блин, утечка кислорода. Это не светлый зеленый. Что такое? Два... В камерах никого. Где красный? Красного нашли? Да. Так. Кто? И кто? У нас два предателя, да? По-моему, да. Я буду голосовать, наверное, за оранжевого. Я за коричневого. Хотя, блин, да, надо за коричневого было. Это точно не зеленый и не желтый. Потому что не светло-зеленый, потому что он стрелял в пушках. Я пошел в эту, как эту? ОЖ-2О, короче, где вода. И вот пришел килл. Ну, не думаю, что он, потому что он стрелял. Вот, вот, угу. А желтый, он как бы... У меня не красный. У кого? Ну, желтый написал. В смысле? В следующий раз голосуем за желтый. А он же сканировался. А, да? Да, он сканировался на вот этой меди. Это желтый. Ну, ладно. Я проголосовал за него. Гиб, да блин! За меня даже голосовали? Да, два чувака. Смысле, я не предатель? Где коричневый? О, коричневый! Да, голоса предателя! О, я напишу сейчас. Во время следующего голосования подпишитесь на меня и на панду. Так, да блин, опять утишка кислорода. Бесит. Я иду в H2O. Ну, я... Так, 8, 6, 3. 8, 9, 6, 6, 6. Ну, как ты уже понял, что я мирный, да? 8, да. Военкомат, у меня подключение на этого белого. Ай, а у меня на желтого он прям рядом со мной. Идет, вот, он исчез. А, бывают такие лаги. Дверь закрыли. Двери закрылись? Тебя? Да. Кто закрыл? Так, 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 так. Дверь закрыли, ребята. Мы пока тут... Меня закрыли в хранилище. В хранилище? Да. Подойди к двери, которая бежать от... Ну, в общем... Электричество? Нет. О, о, привет, о, вот. О, мусор. Чтобы доказать, что я не предатель. Да, победа! Ну, в общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем и всем, спасибо, всем пока! Пока.